Всем привет, дорогие друзья, и сегодняшний обзор модов я буду делать в программе Cinema 4D с крутой анимацией. Ну а если честно, я поставил на свой Майнкрафт, чтобы обозреть для вас новый совершенно мод на анимацию персонажа, его лица и его действий. Ну, во-первых, рассмотрим его лицо. Как видите, появились глаза, которые будут следить за вами, то есть глаза поворачиваются. Брови, которые, ну, двигаются, когда наш Стив дышит. И они еще зависят от голода вашего персонажа и здоровья. Далее, видите рот. Рот постоянно открывается и закрывается, потому что наш персонаж дышит, но у него ведь нет носа, нету носа, и он дышит ртом. Понятно? Так, дальше. Анимация шага. Как видите, чуть-чуть сгибаются коленки, ручки наши тоже чуть-чуть сгибаются. Ну, в общем, идет такой. А вот если бежит, то он будет бежать с огромной скоростью. У него будут ну, колени сгибаться вот так вот будет бежать. Прям вот камера даже как будто наклоняется. Но на самом деле просто. Вот наш Стив спортсмен бежит. И сейчас я покажу вам, как он будет у нас, наш Стив, плавать. Именно плавать. Давайте добежим. Наш Стив спортсмен, он должен уметь плавать правильно. Прыгаем в воду. И вот, как видите, он, то есть он плывет брасом. А вот тут он будет вот так плыть. Да, также будет плыть. В общем, вот он брасом наш Стив умеет плавать. И также в прыжке можете заметить то, что он сгибает коленки и руки тоже вот чуть-чуть сгибает. Да, вот. Дальше. Свинья куда убежала? В общем, если мы будем ездить на свинье, то, как видите, вот руки у него именно на свинье, ноги чуть-чуть, ну, не в свинье, как раньше было, а вот, ну, как сказать, в общем, неважно. Руки у него на свинье, то есть он, наверное, за нее держится. И да, также Стив стреляет из лука очень красиво. Смотрите, если мы вот так, как видите, рука вот эта, пока он затягивал, рука у него двигается, то есть локоть чуть-чуть двигается, потом у него именно руки на этом. Ну, в общем, вы сами все прекрасно сейчас видите. И всем спасибо за просмотр. С вами был Мак. Подписывайтесь на канал. Это был обзор модов номер какой-то там. Подписывайтесь на канал. Оставляйте ваши хорошие комментарии. Ставьте лайки. Или сейчас я прямо вам в глаз выстрелю. Стрелой выстрелю. Понятно?